Но вот мы сидим уже не в спортивном зале, а в зале концертной студии Останкина. Мы на все смотрим под другим углом зрения, и те же коллизии вызывают у нас совсем другие эмоции. Лауреат премии Ленинского комсомола и международных премий Александр Зжеромский, штангист. Искусство – слово очень серьезное. О нем можно говорить либо обстоятельно, со знанием.